И это мы отправляем, я тебе честно скажу, минимум 3 часа. А вообще, чем дольше, тем лучше. Так что отправили и забыли. Но время от времени нужно проверять, чтобы масло было всегда 3/4. Самое время, между прочим, взглянуть на наши помидорчики. Как там они поживают? А они поживают очень даже хорошо. Просто замечательно. Ты посмотри, какая это красота. Они должны быть вот такими черными, да? Да, чем чернее, тем лучше. Посмотри. Ты видишь? Вот. Юля, иди посмотри, какая сказка.